Всем привет, с вами Прия. Находясь на альфе Shadowlands, само собой, нужно говорить об изменениях, которые в текущий момент имеются. Они есть, все замечательно, новый билд альфы был установлен, то есть там Декрафт Аргаз запустили, много новых интересных изменений и все такое прочее. Но в текущий момент разработчики немножко уже так занимаются трансмогрификацией и различным изменением обликов. Ну, например, коты смогут выбирать свой облик. Но есть еще одна очень интересная новость, о которой стоит рассказать, и сейчас многие латники будут реально довольны этим. Не зря на превьюшке видосика стоит Surfang с одним наплечником. Теперь в дополнении Shadowlands, если все это, конечно, приведут до конца, так сказать, доведут до ума, можно будет трансмогрифицировать только одно плечо. То есть при трансмогрификации каких-либо плечей у вас будет выбор. Либо вы выбираете оба наплечника, либо вы просто-напросто один из них сносите. Функция интересная, функция классная. Таким образом, например, орки смогут просто-напросто подражать Сурфангу. Или, например, можно будет какое-нибудь одно плечо просто-напросто выбрать и радоваться полученной трансмогрификации. Потому что при том, когда вы делаете какой-то сет трансмогрификации, два наплечника как-то смотрятся не очень, а вот один наплечник довольно-таки классный. Ну окей, текущий сет на моем ДК, он в целом идеален, в целом классный, и два наплечника в целом меня устраивают. Но даже с одним он будет смотреться довольно-таки интересно, немножко по-варварски. Ну, в общем, можно поэкспериментировать, можно что-то интересное придумать касательно этого. И изменения реально чудные, если его, опять же, доведут до ума, как я уже и сказал ранее. Такая вот микро-новость. Если у вас есть какой-то сет, который вот вы хотели доделать, но второй наплечник вам мешал, то возобновите этот сет просто-напросто или подфармите его. Не думаю, что это для вас какая-то проблема. К тому же Shadowlands выйдет, месяца так через только 4, или может месяцев через 5. Так что проблем касательно фарма чего-либо для трансмога быть не должно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылках в описании. До скорого!